13 февраля 2021 года. Сегодня первый день, как наш город открыли после двухнедельного жесткого локдауна. Ограничения были как в марте месяце. Выходить из дома можно было только за продуктами, в аптеке, по каким-то еще особо важным жизненным необходимым причинам. Для тех, кто работал, выдавали специальное разрешение. В общем, конца и края не видно этому карантину, этой пандемии. И вот сегодня суббота, выбрались погулять на набережную нашего любимого пляжа Ильфала. Думала, что народу будет много. Нет? Ну, понятно, что туристов нет. Но почему нет самих испанцев? Видимо, все-таки наш город мы его открыли, а соседние городки еще стоят закрытыми. Кстати, вспомнила, что по субботам здесь проходит меркадия, местный рынок небольшой. Там и вещи продают, и продукты, вот сейчас до него дошли. Фруктов купим, посмотрим, что еще интересного есть. Слушайте, вот сейчас снимаю, да, где асфальт. Обычно здесь все было заполнено киосками, продавцами с лотками. Сегодня, наверное, 20% от обычной загруженности. Да, видимо, продавцы все-таки из соседних пойбов, из соседних городков, деревень не смогли приехать. Печально, печально. Все, что происходит сейчас в Испании и во всем мире, это непонятно, как, что будет с экономикой, как люди будут проживать. Пойду посмотрю цветочки, мои любимые кактусы. Но покупать сегодня не буду ничего, потому что завтра 14 февраля, день всех влюбленных. Уверена, что муж подарит букет, как он это каждый год делает. Любим прогуливаться по этой набережной, вот как будто по какому-то курортному городку идешь. Ну, всегда, всегда по выходным, в летнее и зимнее время улицы были заполнены людьми. А сегодня пусто. Это лодки рыбаков, которые живут вот в домах на этой набережной. И самолет куда-то полетел. Сегодня воскресенье, поэтому рыбаки в море не выходят. Для тех, кто будет в Испании, возьмите себе на заметку, что не стоит покупать рыбу в субботу, во второй половине дня. Если вы хотите свеженькую, то не стоит это делать в субботу, во второй половине дня. И в понедельник. Самое то покупать уже во вторник, в первой половине дня. Уже будет свежий улов. А это святая Кармен, покровительница рыбаков. Очень почитаема на побережье Коста-дель-Соль. Вот такие изображения и статуи можно увидеть вдоль всего побережья. Смотрите, как ухаживают хорошо. Цветы всегда живые приносят к таким изображениям. Да, улицы пусты, пусты, пусты. Значит, в каких-то домах живут рыбаки, а какие-то сдаются, обычно сдавались. Смотрите, везде объявления, сдаются в аренду, сдаются в аренду. В общем, от кризиса все пострадало. И ресторанный бизнес, и гостиничный, и ательерный. Как будут люди выживать? Ой, как птички хорошо машинку обделали. Вот смотрите, сдается в аренду, сдается в аренду. Погода, хороший денек, свобода, свобода попугаям. Аппетит мы гуляли. Пойдем, наверное, сейчас какой-нибудь черенгитов зайдем. Будем спасать ресторанный бизнес Испании от окончательной разрухи. Вот мы сегодня обедать не будем здесь. Вот так перекусим за кучем на открытом огне, закажем. И по бутылочке пива.